Линза Френеля. Линза Френеля представляет собой оптическую деталь со сложной ступенчатой поверхностью. Она может заменять как сферическую, так и цилиндрическую линзу, а также другие оптические детали, например, призмы. Сегодня мы покажем, как можно увеличить экран своего смартфона и смотреть любимые фильмы, а также телесериалы при помощи такой линзы, за счет чего увеличивается изображение и можно смотреть с комфортом всей семьей. Данная линза – это одна из разновидностей луп, но имеет по своей конструкции и предназначению держатель для смартфона, который, в свою очередь, крепится на определенную точку и создает оптическую иллюзию большого экрана. Благодаря такому увеличению вы сможете более детально рассмотреть каждый фрагмент при просмотре видеороликов. А главное, глаза не будут уставать смотреть на маленький экран и пытаться увидеть все объекты в кадре. Чем дальше вы находитесь от линзы, тем более равномерно и эффективно будет распределяться увеличение экрана по всей поверхности линзы. Также вы сможете ее регулировать под любым углом наклона, как вам этого хочется. Линзы бывают разных форм и размеров, каждый из которых обладает своей уникальностью. Переходи по ссылке в описании на наш сайт radiosfera.net и заказывай линзу Френеля, о которой ты так давно мечтаешь. Там же в каталоге товаров вы сможете найти для себя еще много чего полезного и интересного.